В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Городская власть собирается отвести строительной компании несколько гектаров земли санатория «Красные зори». Одесская городская власть может спровоцировать международный конфликт. Консул Республики Молдова в Одессе предупредил горсовет о незаконности продажи санатория «Молдова». От детской площадки, расположенной по улице Инглези, 12, осталось только название. Остановка общественного транспорта превратилась в мусорную свалку. ОБСЕ подняли тему карманных армий и той угрозы, которую они несут в себе для демократического общества, а также соблюдения прав и свобод человека. Так, выступая с высокой трибуны, одесситка Ольга Панченко привела ряд примеров подобных нарушений, которые имеют место быть в нашем городе. С высокой трибуны бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, по безопасности и сотрудничеству в Европе, Варшава-Польша, одесский адвокат Ольга Панченко заявила о той опасности, которую несет в себе создание карманной армии, муниципальной охраны, в том числе в городе Одессе. В разрезе темы фундаментальных свобод, права на свободу перемещения, я и многие мои коллеги-адвокаты крайне обеспокоены созданием в Украине местными муниципальными властями собственных вооруженных и подчиненных им подразделений, так называемых муниципальных охран, которые, согласно множественным фактам, посягают не только на свободу перемещения граждан, но и на иные фундаментальные свободы человека, предусмотренные Декларацией прав человека, в том числе пунктом 2 статьи 29. Вопрос запрещения таких организаций уже не единожды поднимался в парламенте Украины, однако до сих пор никакого решения принято не было. Например, 13 июля 2018 года в Одессе сотрудниками муниципальной охраны было совершено похищение журналиста Мирослава Бекчева. Его насильственно погрузили в машину, били и угрожали физической расправой. Это не единственный случай глубокого нарушения фундаментальных свобод сотрудниками муниципальной охраны. Только за последние три месяца в Одессе ими в том числе были совершены следующие противоправные действия. Избиение трех журналистов с применением слезоточивого газа и резиновых дубинок, а также избиение гражданских лиц. Уничтожение частной собственности на сумму более 50 тысяч долларов. Попытка захватов частной собственности, в том числе частной гостиницы «Дом Павловых». Никакой официальной реакции местных властей на такие вопиющие факты не последовало. Все действия по изъятию частной собственности совершались сотрудниками муниципальной охраны без решений суда. По сути, мы имеем дело с частной армией, которая создана одесскими муниципальными властями и открыто нарушает фундаментальные свободы людей. Кураторами этой структуры в Одессе являются Юрий Савченко, Евгений Мирошниченко, Андрей Котляр. Деятельность муниципальных охран должна быть запрещена в Украине на законодательном уровне. Городская власть может втянуть Украину в международный конфликт. Намерение горсовета передать частной компании землю под санаторием «Молдова» вызвало возмущение у руководства соседней державы. Официальное заявление сделал глава дипломатического представительства Республики Молдова в Одессе. Одесская мэрия пытается распоряжаться чужим добром. На сессию горсовета вынесен вопрос об отводе земли под санаторием «Молдова» компании, зарегистрированной на Кипре три месяца назад, с уставным капиталом всего 5000 гривен. Это уже вызывает подозрения. В 2008 году Республика Молдова неудачно продала санаторий. Компания-покупатель не выплатила всех денег, но Одесский областной хозяйственный суд каким-то образом помог ей зарегистрировать право собственности. Представители Молдовы даже не позвали на заседание. Судебные тяжбы продолжаются. До окончания суда Одесский горсовет никаких решений принимать не может. Депутат городского совета Ольга Квасницкая опубликовала официальное письмо, направленное в мэрию. Консул Республики Молдова в Одессе Сергей Шептелич просит снять вопрос о санатории с повестки дня сессии и предупреждает о возможных негативных последствиях для отношений Украины и Молдовы. Свою позицию выразили и одесские общественники. Организация «Народное бюро расследований» направила обращение городскому главе. В случае принятия горсоветом такого решения Республика Молдова может окончательно лишиться возможности восстановить право собственности на имущественный комплекс санатория. Если действительно такое случится, то есть вырастут такие вот многоэтажные небоскребы, которые стоят с другой стороны от Молдовы. У Геннадия Труханова еще есть возможность прислушаться к мирным предложениям. Если горсовет снова поставит интересы бизнеса превыше всего, международный скандал со всеми его последствиями одесской власти обеспечен. Александр Виноградов, Денис Светличенко, телекомпания «Круг».
Среди вопросов, которые будут рассматриваться в ходе сессии городского совета 19 сентября, проект решения по землеотводу 4 гектаров территории на 9-й станции Большого Фонтана, на которой располагается санаторий «Красные зори». Причем землю в рекреационной зоне горсовет собирается выделить под будущую застройку. Городские власти намерены отдать землю, а речь идет о нескольких гектарах рекреационной земли некой частной компании с возможной застройкой территории высотками. В принципе, конечно, случай неудивительный. Удивительно, что в нашем городе все еще есть что деребанить. Впрочем, такими темпами и эта лафа скоро закончится. Над санаторием «Красные зори» дамоклов меч застройки навис еще несколько лет назад. И, понятное дело, предприятие, здравницу намеренно доводили, если не до состояния банкротства, то, по крайней мере, до нестабильности. На сегодняшний день предприятие не працює, тобто він не виконує свої функції. Є виставлена охорона, але, на жаль, той час, який не працює санаторій, він привів до того, що стан приміщення, стан території інженерних комунікацій на сьогоднішній день, який є, він, на жаль, в стані такому, що потребує дуже серйозних капітальних вкладень. С прошлого года пошли более активные действия, в том числе поджоги зданий санатория. Одновременно некая строительная компания заявила о своих интересах на «Красной зоре». Тут же были начаты всевозможные суды и наложен арест на все имущество санатория. Однако волшебным образом, несмотря на все судебные аресты, произошла перерегистрация собственности. В 19 годин київський реєстратор знімає арешти всі, реєстратор, без рішення суду. А через 50 хвилин одеський реєстратор реєструє це право власності. На сьогоднішній день существує діло в Приморському районному суді у судді Єршовій. Воно розглядається по іску Укрпрофздравниці к фізичному лицу Тарасову і к обществу з ограниченою відповідальністю «Будлайф Інвест». В рамках этого дела был наложен арест еще в апреле месяце судьей. Он на сегодняшний день, обращаю ваше внимание, не отменен. Определение суда действует. Кроме того, также по заявлению Укрпрофздравницы еще в начале весны этого года было обращение в правоохранительные органы. На сегодняшний день есть уголовное производство, которое также расследуется. Дело в том, что в рамках этого уголовного производства также был наложен арест, и не только арест, а еще было запрещено вот Budlife Invest осуществлять какие-либо действия, ну или другим регистраторам по регистрации, перерегистрации, вообще пользованию и распоряжению этим имуществом. Как считают представители Укрпрофздравницы, налицо преступная коррупционная схема. Их интересуют не просто эти строения несчастные, которым уже много лет, вот, а их интересует земля, правильно, потому что земля в Одессе на 9-й станции Фонтана – это очень интересный объект. Получается, определенные бизнес-группы себе для обеспечения своего бизнеса разрабатывают себе, делают схемы и делают, они создают же на своих нотариусов, которые принимают правильные решения, или, допустим, оценщики у них есть регистраторы, особенно по недвижимости. Сейчас это очень распространено. Даже не по недвижимости, даже по юрлицам регистратора тоже. Что-то выносит из уставного капитала, что-то вносит, меняют собственников. То есть работают такие схемы. Накануне прошло заседание профильной земельной комиссии, на которой депутаты, несмотря на отсутствие документов, приняли решение вынести вопрос землеотведения территории санатория на сессию горсовета. Дело в том, что на земельной комиссии меня возмутил не только вопрос по «Красным зорям», меня возмутили еще многие другие вопросы, которых, по сути дела, они документов никто не видел. Когда отводится земля некой юридической фирме, которая за 150 тысяч гривен, у некого господина, уроженца Донецка, купила за 150 тысяч гривен 11 тысяч квадратных метров, собственно говоря, сам санаторий «Красные зори», сейчас отводит землю, я вообще не понял, что это за господин. Житель Донецка. Откуда у него вообще появились в природе эти 11 тысяч квадратных метров? Я уже не обсуждаю, собственно говоря, продажу 11 тысяч метров за каких-то смешных 150 тысяч гривен, да? И что это за фирма? И вообще, ну какая-то полная эквилибристика. Причем понять, откуда все-таки появилось право собственности у этого жителя Донецка, вообще непонятно. Итак, Одесса, по сути, лишается еще части своих рекреационных земель. Идет полная подтасовка материалов, то есть это просто все эти материалы слеплены. И главная цель и задача – просто отвести вот эти 6 гектаров санатория «Красные зори» некой фирме. И такая скорость и, собственно говоря, такое желание это сделать однозначно еще раз подтверждает мое мнение, что к этому причастна непосредственно городская власть и те, скажем так, финансовые структуры, которые эту городскую власть опекают.
Защитники «Красных Зорь» намерены раздать депутатам специальные брошюрки с информацией об истории санатория, о том, что на его территории когда-то было кладбище, а значит, строить здесь высотки нельзя, но услышит ли их депутатское большинство, привыкшее голосовать под руководящую дирижерскую палочку главы, покажет сессия. Накануне сессии ряд депутатов городского совета из тех, кто обычно не участвует в групповом одобрении проекта в мэрии, побывали на территории Красных Зорь. К ним присоединились и местные жители, у которых, наконец, появилась возможность рассказать представителям власти, почему их так беспокоит ситуация, сложившаяся с санаторием. Огромная территория, заброшенные пустующие здания. Еще недавно здесь отдыхали люди. Теперь же «Красные Зори» больше напоминают кадры документальных хроник после бомбежки. Несколько депутатов приехали осмотреть территорию санатория, ведь на сессию городского совета выносится вопрос, быть ли здесь санаторию, либо же земля уйдет в частные руки с возможной застройкой территории. Вот что по этому поводу думают жители домов, расположенных в непосредственной близости от здравницы. Местные жители, если бы могли что-то сделать или решали, кроме того, чтобы собрать подписи, уже сколько мы писали, сколько мы обращались во все инстанции. Но реакция на местных жителей не очень серьезная. Поэтому очень жалко, потому что даже если допустить, что через время власть поменяется, и люди придут к власти, которые будут болеть за свой город, думать о людях, просто негде взять и построить здравницу. Просто-напросто. У нас одни высотки и все, апартаменты. Я сегодня посмотрела повестку дня, и интересно, что там не выделен адрес, да, все скрыто за формулировками, да, и будет, наверное, общим списком каким-то голосовать. И передадут вот этой фирме «Будлайф» с характерным говорящим вот этой приставкой «Буд», будут передавать для разработки проекта. Более того, как считают местные жители, в сложившейся ситуации виноваты в том числе владельцы санатория, которые довели здравницу до такого состояния. Конечно, мы переживаем. Хотелось бы даже вспомнить, что Одесса у нас была всегда считалась городом-курортом. Вот сейчас представитель Укрпрофздравницы вспомнил Крым. Уже такая ситуация сложилась. С Крымом пока непонятная история. Так воспользуйтесь своим правом, своим шансом. Столько людей нуждается в реабилитации, в отдыхе, в лечении. Сейчас после АТО сколько людей покалеченных. Здесь сделать капитальный ремонт, может достроить еще несколько этажей. Это же для детей. Это всегда была здравница матери и ребенка. Вы посмотрите, начали с 11-й станции, маяк раздробили, понимаете. Подряд все. Как на это можно смотреть, я не знаю. И вы спрашиваете, а что делать? Да мы плачем, внутри душа плачет. Потому что мы здесь выросли на фонтане, наши родители здесь работали. Впрочем, вся ситуация в целом не была бы возможной, если бы она не была выгодна нынешней городской власти, отдавшей под застройку, кажется, все, что можно было и что нельзя было отдавать ни в коем случае. Я, помимо вот всех лозунгов, которые мы уже все слышали, знаем, понимаю, какая бомба закладывается завтра в нашу будущую и без того не очень комфортную жизнь. Мы уже стоим на Генуэзской, мы остановимся здесь на фонтане. Поэтому, вот согласитесь, мы уже пережили стадию трагедии нашего города, пережили фарс. И сейчас вот мы переживаем апатию, безразличие, отвращение и просто брезгливость по отношению к тому, что делают с нашим городом. О своих требованиях люди намерены сказать перед сессией городского совета, выйдя на пикет под мэрию. Ни для кого не секрет, что состояние игровых площадок для детей в Одессе далеко не удовлетворительное. Вот и детская площадка, расположенная по улице Инглези, 12, не стала исключением. От площадки осталось только название. О состоянии игровой площадки говорить не приходится, да и назвать детской можно с большой натяжкой. Появилась площадка года 3 назад, в очередной предвыборный период, ну и понятно, соответствующего качества. Как говорится, главное, чтобы до выборов дожила. Состояние детской площадки ужасное. Ребенка здесь выпустить невозможно гулять. Как вы видите, все разбито, валяются стекла. Каждое утро у нас просто миллион стекол, мусор. Вот, оставляет желать лучшего. Сейчас как вымерло все. Одни бомжи растащили все железные части, доски поломали. Вот, и все, и мертвое. Все. Дети боятся даже приходить, мамочки боятся детей выпускать на эту площадку. Потому что торчат эти металлические части, эти деревянные осколки. Вот, ну, вот такое вот состояние.
Площадка находится в спальном районе и раньше пользовалась огромной популярностью у детей, так как лишь одна на 5 жилых домов. А сейчас она рушится. Дети перестали сюда ходить, так как, в общем-то, и покататься не на чем. Качелька? Нет качельки. Может, с горочки спуститься? Тут, если возможно спуститься, так только под горочку. И то не спуститься, а слететь. Можно бы просто посидеть на скамеечке, да вот и от нее остались только торчащие штыри. Отметим, что в Украине отсутствует перечень нормативных документов, устанавливающих обязательную ответственность производителей и эксплуатирующих организаций за обеспечение безопасности на детских площадках, а также полноценных государственных стандартов к оборудованию детских игровых площадок под открытым небом. Пожалуй, единственным документом, регламентирующим эту сферу, является пункт 8 раздела 6 из благоустройства придомовых территорий. Цитировать весь, пусть и небольшой документ, чтобы убедиться в его повсеместном нарушении, нет смысла. Но имеет смысл задаться несколькими вопросами. На многих ли площадках есть освещение? Есть ли везде предписанные нормативами ограждения, лавочки для родителей, урны для мусора, кустарники и деревья, высаженные вокруг детских площадок? Очень жаль, что наши заботливые, в кавычках, власти города вспоминают о том, что Одесса нуждается в детских площадках либо их ремонте только в предвыборный период. В нашем городе достаточно много проблем, которые срочно необходимо решать. Одной из них являются остановки общественного транспорта. Как говорится, одна краше другой. На одной из остановок, расположенных по улице Инглейзи, помимо дырявой крыши и всего прочего, стоит заброшенный МАФ, который уже почти наполовину захламлен мусором. Общий вид остановки просто удручающий. Остановка ужасная, внутри горы мусора. Я не удивлюсь, если там вообще бомжи ночуют. Ну, нужно ремонтировать ее, какой-то магазинчик сделать, крышу нормальную поставить. Остановка, да, ужасная. Ее надо все это делать. Ну, куда это? У нас же крыша не ты. Нормально быть. Это ж двица, все дырки двица. Там, везде дырки. С дырявой крышей еще смириться можно, так как на многих остановках они вообще отсутствуют. А вот свалка, притон для бомжей на остановке общественного транспорта – это уже ни в какие ворота не лезет. В вечернее время суток остаться здесь одному становится опасно. Там, где не нужно, мафы сносят, а тут стоит разбитый, захламленный и никому не мешают. Интересно, дождутся ли одесситы того светлого дня, когда остановки появятся для людей, а не для галочки? В Одессе состоялся 17-й форум сети свободных местных политиков, посвященный теме урбанистика и градостроения на уровне общин. Организатором мероприятия стала общественная организация «Центр гражданских инициатив» при поддержке представительства фонда Фридриха Наумана в Украине. В рамках проекта «Сеть свободных местных политиков» каждый год в разных городах Украины организовывают форумы на темы, которые важны для местных политиков. На мероприятия приглашают специалистов разных отраслей, чтобы обменяться своим опытом и идеями. На минувших выходных в Одессе состоялся 17-й форум. В нашем городе эти три дня проходит такое своего рода уникальное мероприятие, которое называется «Всеукраинский форум мережи вільних місцевих політиків», на котором представлены представители объединенных территориальных громад и городов со всей Украины. Конкретно этот форум посвящен урбанистике и градостроению. Форум нацелен на то, чтобы увидеть на несколько шагов вперед то, как должны развиваться города. Для того, чтобы рассказать, как это происходит в Германии, к нам приехал Манфред Рихтер, европолитик и глава фонда Фридриха Наумана «За демократию». Также в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Украины. Сьогодні на форумі я представляю Міністерство культури України. А насправді зараз відбувається дуже цікава позитивна ситуація в нашій країні, а саме реформа децентралізації. І саме з цим пов'язане і, скажімо так, наше часткове об'єднання таких різних осіб тут. Для нас цікавим є саме комунікація з представниками різних територіальних громад. На форумах собираются не только общественные активисты, но и представители действующей власти из разных городов. К сожалению, кроме одесских. Они, как видно, подобные инициативы просто игнорируют. И самое в этом интересное, что это не только общественные активисты. Здесь сегодня находятся заместители городских голов из нескольких городов, действующие депутаты, руководители коммунальных предприятий. То есть фактически происходит объединение и обмен опыта между действующей властью, ну, к сожалению, не Одесской, потому что Одесская, как обычно, такие вещи проигнорировала,
и общественности, и таким образом нарабатываются приемлемые решения для различных проблем, которые в конечном итоге не противоречат ни тому, что делают городские власти, и то, что приемлемо для общественности и горожан. Присоединиться к сети свободных местных политиков от Центра гражданских инициатив могут все, кто хочет изменить политику своего города, а также люди, имеющие стремление строить новую страну на принципах честности и профессионализма, создавать общество европейского образца, комфортное для каждого гражданина. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу krug.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34-00-76. Всего вам самого лучшего, хороших новостей. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 19 сентября в Одессе переменная облачность, без осадка. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 градуса тепла.